Вот, берем, ага. обматываем, обмотка на 3 метра. На полтора она. А? Она трехметровая полтора. У тебя же она. А вроде полтора она не была. В магазине сказали полтора. Полтора? Да. Не знаю, обматывал пятиметровкой, но что получится. Ну, то есть... Так, медленнее, ага. Берем так, обматываем раз так, дальше идем сюда, заматываем пальцы. Все равно медленнее, немножко медленнее, ага. Ага. Пальцы заматываем, все тут идем так. Уже не помню. Секундочку. Что ты делаешь? Кольцо снимаю, мешает. И каждый палец обматываем. Вот. А, и ты вот. Между ними обматываешь, что ли? Да. А что там рыбом было? Они все приматывались к этому. Ну, если тебе, у тебя есть 5 метров, лучше, конечно, так будет. Маленько только все-таки послабее нужно делать пальцы. Каждый палец обматываем. Это здесь еще натяжение, то есть получается там много, в принципе, нормально. Ну, это, в принципе, на 3 метра, то есть. И так-то это, то есть, так, если вот так получилось, здесь все элементарно, просто переворачиваем. Что переворачиваем? Нафига? Ну вот смотри, видишь, она где вышла. А-а-а. То есть она вот так вот. Просто, банально. Даже вот здесь вот можно сейчас. Так вот, раз. Угу. Кажется, неровно получается. Вот не хватило маленько. Ну, в принципе. Чего не хватило маленько? Вот. Чуть вот здесь, видишь, маленько не зафиксировал. А так, в принципе, здесь нормально. Это где-то? Я не... Запястье. Но оно, в принципе, нормально. То есть, вот, стоит. Пальцы закреплены все. Угу. Вот здесь, видишь, вот открытое место. Здесь чуть открыто, но это фигня. А так все закреплено полностью уже. То есть, пальцы не выберутся. Ну, ладно, все. И вся рука двигается. Вторую тоже можно теперь обматывать.